Всем привет, ребята! Меня зовут Алмазник, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как пользоваться клон. Ребята, вы очень быстро набрали 3 лайка под прошлым видео, и вот, прошлое видео это был гайд по команде Фил, сегодня у нас будет гайд по команде Клон. Вот. Да. И давайте уже начинать. Вообще, что такое клон? Клон — это команда, которая клонирует блоки, как ни странно. И я бы хотела, чтобы еще можно было бы себя клонировать, это было бы прикольно. Ну ладно, давайте я вам покажу, что эта команда может, как ей пользоваться вообще. Во-первых, давайте я вам кое-что покажу. Ребят, вот они, обращайте внимание, это был просто тест-драйв. Да, тест обычный был. Давайте прокопаем вниз. Вы сейчас просто офигеете с этого. Это примерно то же самое, что с командой Фил. Посмотрите прошлый ролик. Если вы не понимаете, что я сейчас сделаю. Смотрите и пишем. Слэш. Клон. Да, вот так это пишется. Сама команда. Давайте. Тильда. Тильда. 30. Еще 2 тильды. Еще 30. Еще 2 тильды. И еще 30. И давайте телепортируем это все, клонируем. Не телепортируем, а клонируем на координаты. Давайте на координаты 200, 200, 200, 200. Пофиг, куда клонировать. Смотрите, нажимаем стрелочку. И все, ребята, это у нас клонировалось. Теперь пишем слэш тп. 200, 200 и 200. Вот, мы телепортируемся на эти координаты. И как мы видим, вот у нас все прогружается, прогружается, прогружается. Да, тут куча гравия. Ну ладно, ребята, и вот, вы посмотрите, все у нас склонировалось. Все отлично, все круто. Вот, склонировалась у нас вот такая вот огромнейшая территория. Ой, гравий до сих пор падает. Вот, смотрите. Ну и тут тоже такой блок прикольный клонировался. И давайте, ребята, я вам покажу. Вы сейчас просто офигеете, как сделать самый настоящий чанг в Майнкрафте. Ребята, я, если честно, вот если честно, вот прям честно сейчас скажу, ни разу не пробовал это сделать. И давайте прям на камеру это попробуем. Вдруг это даже не сработает, но я надеюсь, ребята, надеюсь, то, что все как бы сработает. Мы, значит, копаем. Ой, нам нужно сначала вот запомнить одни координаты, да. Запоминаю вот эти вот координаты. 65. Это высота. Вот 65. Отлично. Отлично. И прокопаем до самого бедрока. Бедрок, вот. Смотрите, теперь делаем вот так вот. Вот так вот. Вот, нулевая высота, отлично. Опишем, слышь. Клон. 2 тильды. 16. Ну, виднее, это будет, ну, это будет чанг, да. Можно сделать чанг с помощью этой команды. 16, 2 тильды. Не, ну, ребята, я вот сейчас реально первый раз это проверяю. Давайте попробуем. Вот, 16, 16 и 65. А, да, я забыл телепортировать. Ну, вернее, клонировать. Я забыл написать, на какие координаты. Давайте. И вот таким вот образом. Тильда, тильда. 30, ой, не 30, 16, отлично, 2 тильды опять, 16 и 2 тильды. Ну и с вами пишем, давайте, наш координаты, 65, вот, и давай телепортируем на координаты, ну раз уж так пошло, 300, высоту нельзя делать 300, это слишком высоко, не получится, он просто выдаст ошибку. И давайте напишем 300 и на, ну вот на сотую высоту нормально, и 300. Нажимаем вот сюда вот, и все клонировано, столько-то столько блоков. Я это не прочитала, да.
Зачем это нужно? Ну, давайте просто телепортируемся на эти координаты и посмотрим, что у нас получилось. 300, 100 и 300. Хоп. Ой, ну... Да, там нужно было немножко по-другому писать. Но, о, ребята, слушайте, это прикольно. Получился такой, знаете, продолговатый скайблок. Да, и давайте я вам покажу еще предназначение этой команде, что можно еще с помощью нее такого прикольного провернуть. И смотрите, для начала, ребята, нам нужно построить что-нибудь рандомное вообще. Давайте, ну давайте какой-нибудь, ну вот, к примеру, что-нибудь такое. Извините, ребят, микрофон выключил. Давайте я на паузу поставлю. Да, ребята, это все, на что я способен. Вот, в принципе, дом, который я построил. Давайте я вам по нему проведу рундум. Смотрите, заходим, тут можно побегать. Все, рундум закончен. Ну что вы тут мне хотели? Я не умею нормально строить. Ладно, давайте я вам покажу другой способ планирования немножко. Смотрите. Он немного тяжелее. Давайте даже выдадим для этого командный блок, чтобы было быстрее. Свопи команд, нижнее подчеркивание, блок. Отлично, вот командный блок. Ставим его куда-нибудь вот сюда. Вот сюда. Вот, смотрите, прокапываем один блок вниз. И пишем для Анжела слэш клон 338 68 и 308 308. Вот, 308. Отлично. И теперь давайте куда-нибудь вот сюда вот. Вот так вот нормально будет. Сюда вот летим и запоминаем. 331, 73, 315. Нет, давайте лучше вот как-нибудь. Вот так вот. 331, 72. 331. 70, 72. Вот. Летим сюда обратно. Так, где это место? Вот. Кажется, как-то вот. Да. 314. 315. Ага, отлично. 315. Ой, не 15, а 16, вот. Ой, не 16, а 15, вернее. Запутался, короче. Ну и давайте еще какие-нибудь координаты выберем. Давайте его, например, воздух. Давайте воздух его куда-нибудь напишем. 400. Ну, чтобы не заморачиваться, опять же. 100 и 400. Вот, ребята, отлично. У нас все с вами готово. И теперь мы с вами берем, значит, какой-нибудь активатор, блок красного камня, например. Вот, блоки у нас клонированы. И давайте полетим туда. Ой, ну, как-то криво склонировал. Но, ребята, главная часть склонировалась. Вот, смотрите. Смотрите, дом у нас склонировался. Ну да, мне кажется, нормально. И смотрите, вот у нас полностью пол склонировался. Там еще песок склонировался, только он упал. Да. Песок же сыпучий. Ну, вот это, в принципе, все. Ну, да, это все. Всем пока. Давайте наберем под этим видео опять же 3 лайка, и тогда выйдет следующая часть по командам в Майнкрафте. Всем пока.